Актуальные вопросы землепользования обсуждали за круглым столом участники Совета муниципальных образований. Самым сложным вопросом для муниципалитетов является тема земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности. А это означает, что они не внесены в единый госреестр прав на недвижимость, и как следствие от их использования не поступают налоги в местные бюджеты. Проблема более чем актуальна. На каждый гектар муниципальной собственности приходится 5,5 гектаров неразграниченных земель. Всему виной несовершенство земельного законодательства в 90-х годах, когда это разграничение не проводилось вообще. К числу таких участков относятся и земли коллективно-совместной собственности, например, садоводческих товариществ или прекративших свою деятельность кооперативов. По мнению начальника Департамента имущественных и земельных отношений Валерия Шамаева, такие массивы должны быть оформлены в муниципальную собственность. То, что осталось, это серьезный инвестиционный ресурс. Это площадки бывшей инфраструктуры сельскохозяйственного производства. И, конечно, они должны сегодня быть под полным контролем муниципалитета.